Всем привет, дорогие друзья! С вами Джейк, а на ваших экранах Снайпер Элит, первая часть. Так, продолжаем проходить. Скажу сразу, что вот это задание я делал под названием «Поддержать прибывший отряд». Я немного его начинал. Недавно совсем начинал, немного, ну как недавно, день-два где-то прошло. Ну, по сути, да, недавно. Начинал я после сразу, как закончил восьмую серию. Но... скажу сразу, я был уже спать хотелось немного, и голова толком не варила, и там просто враги бегали, их просто было полно, как будто, я не знаю, рисовались с воздуха. Но я тупо закрыл игру и решил бы потом, а потом смотрю запись что-то. Либо я забыл просто выключить запись, либо шедук плей меня затупил. Но запись у меня просто, ну, просто сбилась. Я не знаю, как сказать, сломалась, можно сказать, так. И теперь мне приходится перезаписывать. Ну ничего, я там все равно немного совсем пробежал. Я даже с завода не выбежал. Да, ребят, давайте уж, не буду дальше пиздеть тут, давайте начнем. 21 апреля 1945 года. Займите позицию на крыше, чтобы обеспечить прикрытие прибывшему отряду. Будьте предельно осторожны. Нам стало известно, что в район действий направлена группа снайперов из элитного подразделения НСАР. Все? Здесь ничего интересного. Здесь нам говорят, что надо перебить всех. Или что-то вот в этом роде. Сейчас читаю, точно скажу. Пропустим. Все равно ничего интересного обычно в этом не показывают. Уничтожьте танк, одерживающий... Так, сдерживающий атаку с, у восточных ворот. Какой танк? Там. Ребят, либо я слепой. Я сначала подумал, что я слепой, а вот он. Потому что в прошлый раз танк был, честно скажу. Но я так и не понял сразу, откуда он ехал. Он тут появился из воздуха. Я помню, что вот в этом месте была еще скотина. Я вам отвечаю, вот мы именно в этом. Я чисто так контроль не делаю. Ни в одном фильме я не видел, чтобы нормально, но вот. Ну, убили человека, думают, все. И ничего страшного. А враг может просто встать. Я, знаете, когда... вот объясню немного по-другому. То, что... например, вы думаете, что враг умер. Ну, вот... главный злодей фильма. А в конце он потом появляется. Потому что не сделали контрольного. Вы такая, такая же фигня бывает. Так, убейте снайперов на крыше и как можно больше солдат охраны, чтобы облегчить десанту территории. Я вот хочу задаться вопросом, вот, которым задавался в первый раз. Вы вот видите, блядь, этих снайперов? Я вот в упор нет.
Ага. Ай. Ты же какая-то. Нет, это не он. А, вот. Переследимся. Сейчас я там еще контрольный сделаю. Да, не надо уже. Так, третье, уничтожить. А я что, номер два сделал? Убейте снайперов на крыше и как можно. Так, уничтожьте отряд, охраняющий дорогу на север, чтобы позволить десантной группе уйти с образцами тяжелой воды. А вот следующее задание, по-моему, про которое я вам когда-то говорил. Так. Хотел только что сохранить. Нет, сохранять не умел. А у нас уже были такие задания, да? Что, когда, ну, там... Только я сохраняюсь, меня резко в эту секунду убивает. Помните, было такая фигня. Вот здесь, кстати, я помню, меня тупил на лестнице, вот когда я пытался назад залезть. Вот опять вот смотрите. Он вообще в воздухе висит. Ну, почти в воздухе, он вообще на перила залез. Что? Кто? Ах ты ж скотина-то не моя-то, блядь! Я загружусь. Помню, что вот здесь была скачка. Вы слышали? Он сказал, скачай пулю. Вот таким же акцентом. Ладно, я сохранился только что. Так, вот здесь было. Давайте подберем. Ну а что? Патроны нам нужны. А тем более их здесь полно. Знаете, что я хочу сейчас проверить? Чисто вот туда, куда мы забегали. Вот здесь, кстати, мы не бегали так до сих пор. Как же меня бесит, где он во всем везде, где может застревать. Меня это в последнее время уже просто жестко клинит. Так. Ага. А вот на том заводе мы бегали как-то. Один вопрос, а как он туда попал? Да как бы мы видели все, за столько он сюда уходил. Вот это магия, так магия. Я зайду сюда, хочу посмотреть, здесь подкинули патрон. По-моему, в прошлый раз мы здесь патроны подбирали. Если меня память не подводит, да. Как же хорошо, что я запомнил это место. Ребята, а вы вспоминаете вот такие места? А вдруг снова респануть что-то? А вы уйдете, ну скажете, а ну я там уже все собирал. Да, ребят, вы можете так же сделать, как... Бля, я же туплю иногда. Ай! Ай!
Отпусти, скотина, блядь! Я только стреляю! Бах! И не могу выстрелить. Я не знаю, в чем прикол сейчас был. Я только нажимаю, блядь, выстрелить. Все равно. Да ёшкин, блядь, кот! Да, блядь, кому-то еще сзади стрелял. Откуда вы все ползете-то, ёб твою мать? Я поражаюсь на тебя. А что-то я так долго в прошлый раз тупил. Я клянусь вам, ребят, я много тупил здесь. А сейчас я, блядь, смотрю и не понимаю. И такое чувство, как будто я это уже прошел, блядь. Не знаю, я, как я и сказал, я был немного сонный. И мозги не варили. Может, я доходил до этого момента, а потом забил. Вот скажу честно, вот, ребят, вот как бы так. Не, я помню, что я начинал там еще проходить. Но, блядь. Может, это локация просто знакомая из того, что я на ней уже просто бегал. Ну, потому что мы же сначала туда бежали внутрь, а потом назад. Возможно, из-за этого у меня сейчас дежавю случилось. Так, я попил чайку. Может, дальше подумать. Я надеюсь, вы тоже придется посыть чайком, там, ну, не знаю. Лимонадика, например, налили, чтобы приятнее было смотреть. Не, ну эту локацию мы знаем. Мы бегали уже на ней, кто помнит. Так. Цель. Встретиться с людьми для получения инструкций. Хорошо встретимся. Сейчас как-то я его убивал. Окей. Не, я просто загружусь. Я лучше так вот пройду. Я просто, ну, увидел его, загружусь. Ну, увидел, загрузился. А, перезарядка в прошлый раз, наверное, была. Чтоб мне сразу не начало стреляться. Ну ладно, я сохранился, так что ничего не боимся сейчас. Здесь сейчас загрузимся и поймем, что здесь были. А чё, с другой стороны, что ли, с ним надо встретиться? Нет! Вот теперь мне нравится. Сейчас еще немного покоцать нас, мы подлечимся. Алло! С такое-то расстояние просто попали. Я просто это не вижу. Давай
давайте-ка используем бинты, потому что они, я считаю, будут просто нужны. Потом вот так вот. И чуть на X не нажал. Все, заходим. Ищите кого-то? Орлиный глаз? Орлиный Нет. глаз. У меня есть патроны для винтовки и пайки, прямо из Москвы. То, что нужно. Я как раз все истратил. Это тоже тебе. В основе винтовка Мосина. Только ее немного модернизировали и поставили новую оптику. Да, да. Спасибо, буду беречь патроны. Круто. Ладно, выбежим, посмотрим где. Понял. Одна пулька всего лишь, вы видели? Ладно, если меня тот убьет, то я его тоже, ну, загружусь. Давайте-ка отойдем. Нет, у нас не забьется, да? Давайте-ка используем последнюю. Ну, а что ж делать? Снайпера противника как проверить. А, это чтобы я помог, ну, уйти другим. Как я понял, да? Чтобы, ну, если другие будут уходить с завода, чтобы, ну, вот, не встретили сопротивление. Так, снайпер здесь, по-моему. Так, задание выполнено. Ну это, как говорится, несказанно радует. Так где эта скотина? Ну вообще по карте показывают, что где-то здесь. Вы видите, я вот сейчас вот... Вот здесь именно я не вижу. Пойдемте сюда. Чё? Ты где, дорогой любезный друг? Я уже их начал отличать просто от земли, походу. Я вижу, что-то какое-то пятно валяется прямо на земле. Опа, там что-то лежит для нас. Так, окей. А я так приметил, блядь. Отсюда мы начинали. Когда в самом начале были здесь. А нет, мы отсюда просто пришли сюда. Тплю. Ну вот начало вот было здесь. Это мы с этой... Блядь, уже забыл. Да ёкалам-бабай, только что летело с языке, уже забыл. За завод сбежали тогда. Я вам отвечаю, только вертел с языке, бах, исчезло. Просто пипец. Я просто поражаюсь. Я, конечно, все понимаю, чел, но... Ну, тщательно обыскать только почему-то снайпера можно. Ну, первым мы нашли жетон. Или что, с них надо просто жетоны собирать? Прям сванговал, блядь. Давайте с другого сейчас сбегаем, заберем. Ну а чё, терять-то надо, да? А потом можем уходить.
ними я не пойду, они спят тихо. Кстати, туда можно сбегать, я не знаю, что это, но это, походу, обрез. Ну, а вдруг разработчики думали, что, ну, как бы, я последнего буду убивать. Кто ж знает? Ну, снайпера, кстати, не обязательно было убивать. Вы могли просто так уйти. Ну, а я так чисто уже, ну, от скуки. Потому что мы записываем, сейчас скажу вам, сколько. Минут 20. Вот это местечко, я такой забегаю, вижу патрончики. Ой, я умоляю, забежал, увидел патроны. Вот это я не кисло так забежал. Я не знал про это место, я даже впервые когда проходил, я не помню его. Сколько у меня аптечек? 5. Я клянусь вам, я не помню этого места, я сюда не забегал ни разу. Может, всплывало у меня прям перед глазами это место, но так-то нет. Не, давайте уже пойдем отсюда, ладно. Мне что-то как-то не хочется здесь находиться. Хочется смены обстановки, но... А пока мы не увидим эту звезду. Чел, ты мне... Ты, пожалуйста, такого больше мне не говори, что ты сразу наводил. Я сразу не понял, где он. Я когда умер, увидел его. Это был последний раз. Я просто наугад сейчас выстрелил, ну почти наугад. А мне прямо или вниз? Нет, значит это метрошка оттуда, откуда я пришел. Ну, пришел сюда. Ну как бы да. Мы же в метро сначала попытались. Задание выполнено. Вот всегда люблю после миссии видеть эту надпись. Вот просто обожаю. Ну давай переходим. Найти технологию Фау-2. Нацисты готовятся вывести из Германии прототип нового ракетного двигателя, разработанного на основе Фау-2. Под охраной НСР прототип отправлен во дворец, где он будет храниться до прибытия подкрепления. Затем его перевезут в аэропорт Темпельхо и самолетом отправят на новую испытательную базу. Наш отряд попытается перехватить прототип. Вы должны помочь. Командование группы НСАР «Филарец» осуществляется из Рамельсбурга. Мы направили двоих диверсантов, которые должны нарушить их связь со штабом. Однако у них есть мотокурьеры, которых они уже готовы отправить донесениями. Мы уверены, что в донесениях просьба прислать подкрепление для усиления группы «Дворец». Необходимо проникнуть в расположение противника и проследить, чтобы ни один курьер не покинул территорию. Да? Ну ладно. Я заметил, почему-то тихо говорит он. Я знаю, в чем дело. По-моему, вот в этой миссии будет три задания. Я когда начинал, ну, миссию, я видел. А вот это сейчас знакомый. Секунду, на карте отмечен маршрут во время трех. Я это вспомнил сейчас только что миссию. Я ее очень долго проходил впервые.
Если я ничего не путаю, то нынче надо вообще поскольку. Хотя, вы знаете, я не смотрите, первый, но второй показывается, что именно здесь. Чего, блядь? Я не понял, блядь. Я использую. Так, ребят, продолжаем. Нам осталось некоторых убить. Так, уходим аккуратненько. Скажу сразу, я уже выполнил. Я вчера выполнял это задание вместе с вами. А потом я остановил запись. А потом забыл ее врубить. Только когда заканчивал серию, я посмотрел и увидел, что она выключена. Да, такие приколы. Так, давайте сохранимся, и где-то вот здесь должна быть. Я вам отвечаю, вот как бы вот такие приколы. Все, теперь нам уйти надо. Да. Что? Чё, прикол, я ни одной аптечки сейчас не потратил. Так, давайте-ка я тут поубивал людей, хочу пособирать с них оружие. Так, у этого, по-моему, не собрал, да. Сейчас мне пришлось опять все заново перепроходить. Ну, ничего страшного, хотя бы целый. Так, одного я где-то вот тут убил, да. Блядь, не на ту кнопку нужно. И большинство я вон там убил. Еще и там поубивал, конечно. Ну, сейчас все соберем. Так, у этих-то я еще, по-моему, не собрал. What the fuck? Так, а давайте-ка я зайду здесь быстро подогнать. Понял. Нет. Раскатился с перевод.
Я просто хочу посмотреть, ну, раз это их не лагерь. О, почему бы им... Давайте, часик там. Посмотрим, что у них. Я уже даже другую миссию выполнил, в чем прикол. То мне вот такой прикол пролетать, что и достать вот той половины, даже где-то так, половины ролика у меня со звуком была хрень. У меня сейчас, возможно, и сейчас, потому что, блядь, ну, вы знаете, у меня с памятью проблемы. Так, я сейчас чекну заодно. А я сейчас не смогу чекнуть. Короче, если сейчас все равно со звуком такая же проблема, я в следующей серии исправлю. Просто дело в том, что мне видюха пришла, драйвера я переустановил, и у меня немного сбился опять же Force Experience. Вот, пришлось снова настраивать и забыл, как обычно, звук поставить. Сейчас я не помню, поставил ли его или нет. Если нет, то в следующей серии все нормально будет, так что не переживайте. Алло, он не может просто пройти через это. Вот это не может перепрыгнуть. Пройти, блядь, ну как так? Ну и лошара. Так, сохраняемся и продолжаем тогда. Эти заставки давайте пропускать, потому что, ну, они нам покажут, что вот, вот эта локация, а это именно эта локация, что вот так вот здесь можно. Ну, ничего тут такого толкового нет. Ага. Тех, кого можно обыскать обычно, потому что что-то мы редко стали это делать. Да потому что и у некоторых нельзя ничего обыскать. В самом начале игры хоть как-то можно было, а здесь можно. Так, я вообще не туда пошел. Пойдемте срежем. Что? Куда ты, молодой человек, стреляешь? Скажем так. Вы видели, он стрелял прямо куда-то, попадал в меня. Ну, конечно. Я так, блядь, поверил. Быстренько, потому что я помню, что вот здесь чел должен быть.
Куда ты, дорогой любезный друг? Сука, ты меня так не пугай! Да сколько вас, объясните бы, блядь! Сколько вас злости-то, блядь! Патроны сюда. А че шумите просто? Все, я вспомнил, что тут надо делать. Нажимаем на 6. Тут как-то хреново целится. Вот с гранатами здесь вообще все плохо. Давайте с этой стороны пойдем. Хоть немного срежем. Я понял, что здесь люди тоже должны быть. Но вот как мы все поняли, что не везде я запомнил. Так, вот здесь я помню, что чел должен быть. Но здесь он один. Давайте-ка сначала я зачекну, потому что в одном из таких мест должны быть патроны. Ну, это значит, в следующем. Ставим на минуту и уходим. Ага, мне вон туда. Так, еще нам будет по крышам высматриваться, потому что, как мы все поняли, они еще и там сидят. Одному понадобилось две пули, другому три. Какой-то дисбаланс. Вы не заметили, ребят? Так, вот здесь, да. Так, где-то еще здесь. Как можно подобрать? Здесь где-то еще аптечки, по-моему, должны валяться. Или я подобрал уже аптечки? Нет, какие-то. Не, подождите, как здесь? Я же видел. Блин, ну сюда я не поднимался в прошлый раз, так что. Я вам отвечаю, здесь где-то еще аптечки валялись. Или еще этим рази схапали. Ладно, может меня поглючило. И мне вон туда теперь. Я, кстати, когда впервые здесь бегал, я сразу угадал, что мне туда надо. Но я тут побежал в эту сторону, потому что у меня глаза увидели эту сторону, я и побежал подальше от взрыва. Нет, на взрывы мы смотреть, конечно, не будем. Зачем? Давайте тогда еще одну миссию выполним. Потому что, ну, с этой я быстро расправился. В прошлый раз чуть дольше было. Только из-за того, что я вот здесь уже заканчивал серию, вот честно. Дело в том, что пришлось, наверное. Ну, не как-то, наверное, а просто серия поджимала. Я вот здесь закончил, а потом смотрю, бах, и серию не закончил. Ну, запись не включена. Я думаю, блядь, я же нажимал, блядь. Хотя я ошибся, я не нажимал. Просто что-то в голове било, что я... Ну
Что тут сказать, скрипты. Мне туда. Ну здесь, кстати, кому не были, значит здесь. Это наш? Я почему-то игрушку закрыл. Орлиный глаз. В чем проблема? У меня здесь сбитый летчик. Его СССР. Он лопнулся с разведкой. Посмотрим, чем я смогу помочь. Я не понял, что случилось. Какая скотина? Ага, смотрите, нас окружают, блядь! Давайте-ка я загружусь. Подождал. Ну, по-моему, оттуда больше не пойдет. Я много раз так делаю, но... Так, немного прижали. Перезарядимся. Все. Так, на заднем пока никто не идет. Где? Так, задание выполнено. Найдите сбитого пилота. Ну вот теперь пойдет самая жопа. Здесь еще плюс снайперы будут. Такого расстояния-то хорошо так попадает. Как резко прибегаю, я убиваю вот того так. Да кто? А-а-а, смотрите-ка, блядь, снайпер там был. Thank you.
меня, по-моему, должна быть... Да, бин. Да, голова не может... Ой! Ну, сейчас, я думаю, проще просто побежать и ни с кем, ну, не справляться. Так, ну бежать туда, где мы только что воевали. И там нам, возможно, что-то дадут. Семь целей у нас. Прикиньте, 7 целей. Так, я посмотрел сейчас на эту стенку и прям дежавю случится. У меня жесткое дежавю, вы не поверите. Давайте так пойдем. Ну хоть если кто-то на нас будет нападать, то я тупо загружусь. Это все равно у нас последняя как бы миссия. Ну как я понял, еще здесь снайперы могут. Давайте я чекну. Ага. Да это просто так, для красоты. Здесь бы еще скамейки поставить, или это было бы вообще отлично. А что у нас? Уничтожьте передовых наблюдателей. А, передовых наблюдателей, чтобы прекратить обстрел Запада из захваченных противников Катюш. Получается, здесь сейчас враги будут. Так, я увидел снайпера, так что давайте-ка мы его сразу снимем. Скажем привет! Как же духа-то? Так, вот он. Блять, я не пойму, либо он стреляет так, либо я. Ну, либо снизу кто-то мне. Нет, блядь, я не хочу, чтобы у меня вообще здоровье хоть как-то Ты вот оттуда стреляешь сейчас. Я отвечаю, где-то вот с той стороны стреляю. Ага. Здорово. Я сейчас без шуток, я говорю, вот из той стороны. Блин,
Так, ну ладно. Не, пока, давайте пока вот здесь не поймем, что здесь все. Цех я убил только что. Я помню, что еще там вот. Давайте-ка я убью остальных. А где чел, которого мы ранили? Он же еще хромал, я помню. Я знал, что здесь кто-то есть. Только я не пойму, откуда стреляли. Вы же слышали, что пули пролетели рядом с нами? Мне что-то как-то некомфортно. Их полностью надо обезвредить, так без проблем. Так, давайте. Какое это? Нужно на 6 просто нажать. Я где-то вот услышал, опять же ты не уйдешь. Все-таки хоть какой-то налажаешь. Угу. Я так и понял. Да ёшкин, блять, кот! Присматривался, есть ли там другие снайперы. Я не увидел, но стопудово они есть. Ну не поверил. Выстрел, вот это я понимаю. Так, сохранимся. И давайте пробежимся. Я тебя понял, друга.
Последнее. Уничтожьте установки «Катюши» на востоке. Так это еще даже быстро я сделал. Чувак решил остаться в живых. Здесь такое не прокатит. Вот в сериале прокатило, а с тобой это не прокатит. Так что не пытайся даже. Так, давайте-ка я не буду лишний раз вот это я делать. Так, подойдем вот на хорошее расстояние. Теперь просто надо уйти. И по-моему это... А нет, это не последнее. Еще два задания после этого боя. Но их мы выполним уже в следующей серии. Так что вот так. Я прямо еще сохранился в этот момент. Прикиньте, меня и в этот момент бы еще убили. Как бы игрушка забаговала бы после этого? Так, ладно. Я наконец-то прошел это. Смотрю на запись, она врублена. Охрененно. Так что давайте мы закончим сейчас. Продолжим в следующей серии. Осталось где-то две серии, и мы пройдем игру. Это как бы несказанно радует. Хотя я неохотно ее прохожу, тем более. Так что... Некоторые серии вы увидите, наверное, не скоро. Да и в основном, когда я... решусь смонтировать, то только тогда можно выложить. А то я как-то беру, записываю серии, а потом тупо забиваю, потом иду снова запишу, они валяются там в папке у меня, потом я монтирую и это только выкладываю. Да, вот так вот как бы. Я могу на несколько дней как бы забить на игру и даже серию не выкладывать. Ну как бы, знаете, лениво как-то, лень. Бывает. Но увидимся мы в следующей серии. Если вам понравился ролик, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Все ссылки будут в описании. Всем удачи и до скорой встречи.